Да, это потеря для Барыса, потому что у них сегодня очень здорово. Уилл, бросок и гол! 4-3. Джордан Уилл выводит Акбарс вперед впервые в этом матче. Ну что ж, рано или поздно вот такие проходы. Помнишь, там были моменты и у Кагарлицкого, и у Петрова, когда вот так на пятак лезли. Рано или поздно это должно было закончиться заброшенной шайбой. И Джордан Уилл в этой ситуации на длинных руках обвел-таки щиток Йони Ортио и вывел свою команду вперед. Давай посмотрим здесь. Кемфер выигрывает борьбу в углу площадки и разгоняет атаку своей команды. Здесь Уилл. Все думают, что он отдаст, он никому не отдает. И вот ты правильно сказал, Уилл игрок резкий.